У меня в руках удилище Switch от компании The Pain. Это удилище 7 класса, благодаря чему оно становится универсальным в средней полосе для ловли на стример, на мокрые мушки. Дает определенную надежность, если мы хотим поймать крупную рыбу. Поскольку благодаря нижней рукоятке, которая у The Pain фирменная и пристегивается к удилищам, можно рассчитывать на то, что мы сможем вытащить даже самую крупную рыбу. Поскольку вот эта рукоятка, она очень хороший упор и позволит нам работать полноценнейше данным бланком. На данное свитч-удилище от компании The Pain я поставил катушку фирмы Vossler. Очень надежную, брутальную, абсолютно выполненную из стали, которая позволяет рыбачить также и в соленой воде. И эта катушка очень хорошо уравновешивает это удилище. Идеальный баланс. И благодаря этому мы можем выполнять даже самые трудные свитч-забросы. Фирменный элемент катушек Vossler — вот такой вот чехольчик, который можно надевать на катушку как при транспортировке, так и когда она у нас надета на удилище. Надеваем чехол, и во время переноски, когда мы кладем удилище, прислоним удилище к деревьям, либо же кладем на камни, мы точно знаем, что наша катушка не поцарапается и сохранит свое первоначальное состояние. Удилище Switch 7 класса достаточно универсально, поскольку мы с ним можем рассчитывать и на крупный трофей, и в то же время мы можем сделать им прекрасную проводку достаточно объемных мушек. Лично я люблю использовать данное удилище с пристегнутой рукояткой всегда. И неважно, кидаю ли я оверхедом через голову, мне никогда эта рукоять не мешается, и еще ни разу шнур за нее не цеплялся. Но благодаря тому, что она есть, в момент того, когда у нас попадается крупная рыба, мы всегда можем упереть удилище в пояс. В данном случае данный комплект рассчитан на поимку трофейной рыбы, и мы спокойно можем брать его с собой на рыбалку в самые сложные условия.